Театр «Волкова» открывает двери для школьников. В афише «Первого русского» немало спектаклей, которые поставлены по пьесам всемирно известных авторов. Шекспир, Мольер, Чехов, Тургенев. Мировая и отечественная литература предстает в разных прочтениях, но у всех постановок есть одно отличие – это не скучная классика. Наш корреспондент Марина Смарагдова о спектаклях, где оживают образы мирового художественного наследия. Надорванный, похожий на сломанную куклу мужчина и две женщины, которые делят его страстно и жестоко. Яркий ансамбль волковских актеров во главе с народным артистом России Валерием Кирилловым в роскошной, непредсказуемой и удивительно актуальной драме Чехова «Иванов». Смотрите на сцене Волковского театра 9 октября. Я буду искренна, жду также от вас, что сердце свое откроете тотчас. О, здесь найдете вы во мне единоверца. Жан-Батист Мольер, Тартюф. Немеркнущую искрометную историю плута и торжества правосудия ярославцы сыграли блестяще. Спектакль живет и путешествует уже 5 лет. От Дальнего Востока до Северного Кавказа. Обаяние классики волковцы испытали не только на родных подмостках. Этот спектакль, он действительно универсальный, не скучная классика, потому что, с одной стороны, это он абсолютно классический, постановка без каких-то там режиссерских супер-наворотов, которые сейчас очень любят. И, возможно, это привлекает такое большое количество людей от мала до велика. Яна Иващенко играет в спектакле роль Эльмиры. Она вошла в уже сложившуюся постановку. Актриса считает, что легкость, с которой играется спектакль, это легкость профессионалов. Наверное, это чудо театра. Это партнерский ансамбль, потому что ты абсолютно уверен в партнерах, и ты знаешь, что если вдруг что-то пойдет не так, у тебя есть надежный тыл. Михаил Емельянов также вводился на роль Валера, одного из главных действующих лиц пьесы. Такое сравнение. Ты приходишь к готовому столу, уже все сидят на своих местах, и то есть, конечно же, да, все о тебе заботятся, помогают с текстом. Вот в любой момент ты подходишь к партнеру, там две большие сцены, подходишь, пожалуйста, давай текст повторим. Давай, все там, все, повторили текст, никто никогда не откажет. Такие пируэты сцена «Первого русского» еще не видела. Для Александра Кудряшова этот танец стал решающим в жизни. Погружение в мир театра оказалось глубоким. Столь серьезным, что привело его в театральный институт. Я был привлечен на этот спектакль как танцор, грубо говоря. А, находясь внутри создания этого спектакля, меня очень зарядила эта атмосфера коллектива. И меня это очень вдохновило на эту профессию. Постановка Семена Серзина решена в стилистике микса, где кипят шекспировские страсти, но мир вокруг них уже изменился. Еще раз напоминаю, что любовь и ненависть не знают границ ни во времени, ни в пространстве. Спектакль наполнен множеством ассоциаций, символов, интересных находок, ярких актерских работ. Словом, спектакль о чувствах, у которых нет возраста. Марина Смарагдова, Василий Мосин.